Каролинском районе Карагандинской области продолжают ликвидировать степной пожар. Он бушует там уже третьи сутки. Вчера спасателям удалось локализовать пламя. Этим утром они начинают облет территории. Чтобы погасить очаг с тлеющей травой, они будут спускать воду с вертолетов. Об этом накануне сообщил аким района Адильжан Аргынов. По предварительным данным, огонь охватил 35 тысяч гектаров.